Блин, не по 42 опыта, а? Ну. Ай! Блин, это вообще издевательство. Да, я тебя быстро верну. 250 потеряно, нормально. Ты живой? Как мне к тебе попасть туда? Да? Нет. Да, суперспособность его использую, я псих-псих-псих. Ножами убил и все. Короче, я не знаю, как к тебе попасть. Они меня зареспаунили, фиг пойми, где еще. Ты где? От трансформатора. Прямо трансформатора? Да, точки, где надо. Да. Сказал бы, что там я пытаюсь найти выход к тебе. Спасибо, я тоже хотел пособирать. А там просто кабели все. Стендарт есть в соседнем. Обойти на здание. Почему такой вот дурацкий спаун? Один я не справлюсь. В мой дом лезли грабители. Перевернули все вверх дном, а меня самого вышвырнули на улицу. Все, что у меня есть, находится там. Помогите мне вернуться и берите себе что хотите. По рукам? Конечно. Все. Окей. В такое время люди должны держаться вместе. Но некоторые просто берут себе что захотят и убивают тех, кто стоит у них на пути. Они недостойны того, чтобы жить. Не церемоньтесь с ними. Хорошо. Поторопитесь, пока они весь дом не разнесли. Глава 8, а мы когда перешли? Не знаю, куда. Ну вот, 20 километров пройдено. Мало хожу. Вон они! Бит одним ударом в голову, спасибо. Но я их держу, убивай. Блин, грены как-то прям очень странно работают. Да все странно работает, если так подумать.
Серая дверь. Открой. Открыть? С стороны у меня. Да уйди ты, блин, на роги, а? А, ты его все же убил, да? И все равно, типа, надо убить всех. Мод пропускания. А ты как дверь открыл? Ну, я просто ее открыл и все, он никак не сопротивлялся. Да ладно, возьму пистолет, подам. Блин, ну кстати, какой дом-то, а, у него? Грустно, но это было необходимо. Закон должен соблюдаться всегда. Спасибо вам и благослови вас Господь. А так, на, мы куда-то в другое место берем, нет? Вот туда же обратно к этим. Сдавать им? Да, сдавать им. Там мы будем развешивать постры бегать. Гори в аду. Просто бегать. Да безумный зомби. Ладно, понял. Отлично, меня так устраивает. А ты-то зачем к ним идешь? Я на зомби ударил. Там, по-моему, не панк, зомби. Зомби с ножом бегает. Мне надо оружие забрать. О, а где? Какой я жопе мира заспавнился? Чё, заберешь, не заберешь? Направо сейчас, назад. Или там не пройдешь? У меня тут, там все закрыто. Там все вот проходы, они закрыты, я не знаю. Во. Я вижу, как ты по карте такой бегаешь. Ай, как, где ты? Прямо еще беги. Сейчас, я поставил. Женщина, блин, мне прохода не дает. Видишь, прошел, я про этот ход и говорил. Блин, надо. Тут лестница вообще. А, я понял, где ты. Я тоже там респаунился, да, я там тоже заблудился. Все по бокам закрыто, а ты такой должен там сидеть. Давай, стою, жду тут.
просто два ножа таких там все. За дверь побежали дальше. Так, а мы сдаем, да? Мы их сдаем. А, ну мы сдаем и все, катер приходит. Подожди. Почему тебя ударит? Сейчас бежим, да? У меня все мечи там нет. Все. Да, все, спасибо. Чего ты врешь, что все тут огонь везде? Нет, не все, я не могу найти свои оружие. Вот этот гигант. Ты же гиганта все кидал? Все, я нашел ее. Так. Я просто что-то бросил в тебя и все. Ты полечился. А, ты меня хилил сейчас? Да, мы до половины здоровья он хилит. Не, просто я в этот момент тоже хилиться начал. Чё-то пусто, кстати, по улицам стало. Так, потому что мы же никуда не заходили, а всех зомби тут перебивали. Чё? Ты можешь меня похилить, да? Да. Я много-много аптечек купил, если что. На все деньги, что ли? Ну, но, нет, там 20 аптечек, может, чуть больше. О, здание какое-то. А, это сдавали мы. Надеюсь, это поможет нам всем спастись. Да про радио. Большой колун. Спасибо, прям очень полезно. Отдачи. А, нет, мачете тут у меня. В среднем чечка 27 штук. Я за него беспокоюсь. Костер надо подать. А, у меня еще это. А, вот ему фотографию. Спасибо. Я держусь только благодаря этой фотографии. Да, пожалуйста. Ты нам сюда мод парализующий удар. Так, посмотрим. Да. Теперь идем отнести Гарту Ганту. Катя, кстати, пришла. Что мы отнесем? А что, сейчас отнесемся или что, Катя еще есть же будет или не будет? Катя. Ну минут 30, короче. Вот я что и говорю. Мы пока сейчас туда сходим, пока обратно сходим. Блин, опять погода в хреновую, блин, не заколо.
Солнечно, нормально, нет. Чё я хотел, блин, я забыл. А, я метку хотел переставить. А, он мне не покажет, потому что он не знает эту местность. А, я поставил. Не, ну он... Я поставил, но он мне не ведет ее никуда. А, ну да. Там ближе подойдем, он нам не справится. Люди тем более. По-моему. Надо убить. Не, зомби. А, значит, помочь. Мне нужна ваша помощь. Не удивлены. Всем почему-то нужна наша помощь. Моего босса укусили. Он превратился в сраного маньяка, а мне пришлось разбить его чертову голову этим чертовым ключом. Ну и дальше что? Получилось, господи Иисусе. Ну-ка посмотрим. Берите все, что вам только в голову взбредет. Да тут нечего брать уже. Посиди пять людей, которых кружили зомби. Там еще, кстати, есть, по-моему, одни. Вот сверху, не знаю, кто выходит, да? Да. Я прошел. Макаром. Да, не могу, не трогаю. Спас? Не, я еще до сюда не дошел. А, нам ровно противоположную сторону, ладно. Сейчас, погоди, быстренько, я сейчас приду. Хорошо. А я могу отстреливаться? Да, я сейчас быстро починю просто. Все, я в пути. Да, убивай, убивай я сейчас. Еще трое, блин. Что, всех убил уже? Нет, тут ничего и нету. Своих пистолетов. Что к ним пришел тогда? А я думал спасти типа кого-то. Нет. А ты... А, то есть я не волнуюсь, потому что я уже тут давно стою, да?